Все, ребят, я здесь, и уже сейчас все должно начинаться. Россия против Китая бьется сегодня, напомню вам. Вот. Первый будет Стрэндж биться с Зергом, каким-то Асимом, не знаю, кто это такой. Короче, за каждое бо 3,40 долларов приз, насколько я помню по условиям. И, наверное, ну, не первый, не пос... точнее, первый, но не последний шоу-матч такого рода будет проходить в ближайшее время. Задержку нужно было поставить. Поставил я задержку. Все в порядке, ребят. Короче, сейчас набирается людей порядочное количество. Французы у нас тут стримят прям. Какие-то ГМЛ-ные чуваки китайские, смотрю, сидят. Вот. Что-то тупят китайцы. Блин, я только пришел, как-то резкий такой старт. Вот. Что я прям не ожидал, и мне трудно сейчас прямо вот встроиться. Так, кто-то еще пришел. Я тут обсерверов набралось. Серьезно, все серьезно. Ну все, поехали, надеюсь, все здесь. Привет всем, ребят. Кто недавно подошел? Ну все, поехали, игра начинается. Асим, я не знаю, пишет ИА, писал китаец, который стартовал, может быть, ИА Сону, это такой игрок китайский, неплохой зерк достаточно. Ну, Стрэндж выводит пробочку, пилон на рамп, через застройку будет играть. Как-то пилон и не на сотки минералов заказал, такое ощущение у меня Стрэндж. Немножечко завтык был здесь, в общем-то, с пилончиком, поэтому supply block некоторое время будет у него. Бывает значительно лучше пилон можно заказать. Гейт заказывает Стрэндж и не едет в разведку пока что. А в итоге поедет? Да, все-таки поехал, но сначала газ этой же пробкой заказал. Ну, не знаю, мне кажется, не очень эффективно так делать. Почему? Потому что так бы уже он был вот здесь, вот, скорее всего, подъезжал бы к рампе, да, как бы... А так в итоге, ну, отсюда пробку снять, вот с ближнего минерал газ заказать и назад, это потеря там секундная буквально. Через два гейта Стрэндж, насколько я понимаю, собирается сыграть. Да, так оно и есть, играя через два гейта. Пробку возвращает назад, хотя тут уже можно и кибернетчику сейчас этой пробкой было бы ставить, к примеру. Здорово, Гагебро. Тудминг. Ну, Тодминка, если это, то окей. Неплохой игрок, в принципе. Ну что, Стрэндж видит хату. Зерк играет, билд 17-я хата. Газ пул, газ очень ранний был. То есть мув закажет сразу же практически по готовности. Да, как раз к пулу соточка и натаскалась. Пошел мув, дронов снимает, да? Снимает, снимает. Нет, одного оставил все-таки. 16 там на минералах, здесь переводится. Все в одну минералинку. А нет, все-таки этот даже сюда поехал. Неужели?
Ну что, бустит Стрэндж, что бустит Стрэндж одного сталкера и адептов. Сталкером хочет овер разбивать, но овер близко. К краю уже он уйдет. Этот овер чертов, скорее всего. И Стрэндж, ой-ой-ой. Так, овер возвращается сейчас. Слышите, такой, смотрите, в наглую. Оп, такой вылетает. Стрэндж бустит варп. Ну, потеря овера, что я могу сказать. Залетел нагловато товарищ у нас, китаец. Пилончик Нексус у Стрэнджа, здесь 6 лингов строится, вижу третью хату. Ну, Зерк сейфово сыграл через мув, Стрэндж тоже очень сейфово играет. Привет всем, ребят. А, должен был быть Тудминг, но его заменили. Ну, какая разница, кто, надо наказывать. Кидает игру, какой-то баркод, не знаю, какой это такой. Еще один пилончик Стрэндж добавляет. Лингов достаточно много. Они пытаются Нексус отменить, но можно так. Стрэндж прям... Адии поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Спасибо за стрим. Спасибо, Адии. Приятное начало. Соточки фактически. Начинается стрим. Так, здесь две два гейта плюс Стрэнджем ставятся. Еще на мэйне один. 5 гейтов вижу у Стрэнджа сейчас. Оракул есть. 5 гейтов вот с такой экономикой, это говорит о том, что Стрэндж может пойти в подпуш какой-то. Но посмотрите, что у Зерга. У Зерга 43 дрона, у него Роуч Ворон, у него все как бы стабильно и хорошо. Четыре китайского ЦС, этот товарищ. Так, Оракул принимает бой с дронами, Оракул принимает бой с королевой. Вторая подходит прикрывать первую, нужно уходить сейчас Оракулом, а то он погибнет. Стрэндж уходит, но дрончиков подрезал, королеву подрезал, здесь порки ставятся. Конечно, лучше бы, конечно, бы рабочих бы поломал, абсолютно очевидно это момент. Но самое интересное, что Стрэндж варпит сейчас адептов. Адептов 10 штук, это реально много, а там только-только 3 роуча в продакшне. Это значит, что сейчас можно очень удачно будет ворваться. Видит зерклингами, что адепты тут рядом бегут. Стрэндж реагирует сейчас. Минус. Так, королева минус. Стрэндж хочет, чтобы она была минус, по крайней мере. Очень точно это он хочет сделать. Так, заходит на вторую. Телепортируется. Королева. Нужно добить спорку. Какую спорку, Стрэндж? Косячно контролит. Нужно иллюзии сразу же на мейн сейчас посылать, иначе адепты начнут погибать. Стрэндж посылает со второй базы. Иллюзия вообще не стал даже на мейн врываться. Ну-то, казалось бы, сейчас что-то не доконтролил Стрэндж очень сильно. 10 дронов погибло, конечно, но... Это суммарно с этими тремя, безусловно, во-первых. Во-вторых, потерял Стрэндж 8 адептов сейчас. Нет, 6, погоди. Да, почему 8-то 4 ушло? Действительно, 6, не 12 же их, там было 10. Здесь пуш пошел на королеву реведжеров, судя по всему. 70 лимита Стрэнджа, 98 лимита Зерга. Нету пилунов у Стрэнджа оборонительных вообще. Королевы вперед двигаются, сейчас Стрэнджу нужно это понять. Очень плохая ситуация для Стрэнджа складывается. Смотрите, чизерочек какой. Пользуется респами сейчас. Ну, сильный пуш очень идет. Я думаю, что Стрэнджу здесь и не отбиться-то будет. Он в Нексус тем более выходит сейчас. Пытается выйти в Нексус. Так, приходят реведжеры. Вертяж пошел. Мазеркор пытается забрать. Стрэндж успел отвести Мазеркор. Молодец. Здесь. Видит Стрэндж, что королевы приходят сейчас сюда. По пилонам пошли реведжеровские фаерболы. Так, Оракул вернулся. Оракулам нужно помогать. От фаербола нужно увернуться. Стрэндж это делает, но как-то сталкер-то что-то нифига не увернулся. Пилон очень много дэмэджа выдавал. А сейчас, что самое печальное, гейты падают. А вот то, что гейты падают, это очень печально. Два пилона сзади есть сейчас. Стрэнджик, ты мортал отдается. Пилон один в минеральной линии. Мортал, ну прикрой же ты оверчаржем. Есть же энергия.
Так, Immortal на лингах отдается, это совсем печально. Дотекание идет, 46-90. Да, судя по всему, 1-0 в пользу китайца. Заходит третьему Никсу. Дело не в том, что Стрэндж не мог отбиться, он просто не понимал, что происходит. Он строил третий Никсус вместо того, чтобы сейчас варпить и вот здесь вот пилонов еще поставить, как бы, дополнительных. В итоге, конечно, ситуация очень печальная для него. Переходит китаец сейчас в макро. Добавляет он рабочих, четвертая хата. Можно лейер делать, можно уйти спайр сейчас. Короче, все что угодно можно ему делать. У Стрэнджа экономика слабейшая. Бустится у нас что, робу бустится. И гейт. Какой гейт? Рабочий хоть бустит. Так, ну продолжает что-то масить лингов. Роучи. У Стрэнджа чаржик заказан. Стрэнджу бы не помешали, сейчас архивы темпларов 600 газа подкопилось. Один линк на треть. А, Стрэндж предпочитает поставить Даркшрайн. Почему Даркшрайн-то? Спорки есть везде. Зачем? Вот зачем Даркшрайн сейчас нужен? Я не знаю, зачем он нужен, но решил Стрэндж, что ему почему-то именно Даркшрайн нужен. По-моему, архивы темпларов и тупо пытаться намаситься так, чтобы в лоб хорошо подраться. Выйти в третий Нексус, к примеру, попытаться. Пытается Стрэндж зелком тут линга прогнать. Китаец через шифт его провел. Сталкера нужно взять, конечно. Все, линк этот гончий минус. 85-142. 20 лимита разница рабочих, 21 даже лимит. Ну а общий лимит на 60, поэтому и по боевому у китайцев великолепная ситуация. Пробивает Стрэндж камни. Так, фаерболы пошли. Пару неплохих филдов сейчас со стороны Стрэнджа было. Ну, такая локальная победа получается, да, небольшая. Здесь сталкера нужно от камней отогнать все это дело. Блин, Паджи уже вышел, я приношу извинения очень жесткие. Точно, 50 энергии же уже. На 14 секунд, а сколько? Раньше на 8 секунд, да, получается, было. То есть, теперь он дольше просто стоит. Это я что-то натупил, да, прошу прощения. И адепты совершенно другие, те ребята. Ой, Стрэндж по фаер... Ну, Азия, задержка, конечно. Но здесь дело не в задержке, даже, а в начальной ситуации в этой игре. Стрэндж пытается что сделать. Дарки на мейне тут пытаются, спорку убивают. Но один всего лишь выжил. Что же это такое? Один дарк вообще. Оверсир заказан. Минус дарк в итоге. Нет, здесь нужно новую игру играть. Дайте-ка я посмотрю, что у меня. У меня что-то 355 вообще пинг. Ну, это реально большой пинг. Выходит Стрэндж 94-160. Ну, здесь у нас 100 лимита, сейчас 110 боевого, у Стрэнджа 66. Конечно, в два раза больше зерга. Очевидно, что ничего не сделать. Так, еще все штурмовички, 108-190, китаец что-то боится вперед идти. Угра и дама 1-1-1-1-1, еще архончик будет сейчас. Есть забегание, а, это врыв муталиск вообще идет, 4 штучек. Стрэндж собирается проатаковать, куда он там атаковать собирается? Заходит, видит, где китаец находится, здесь еще за хатой стоит очень хитрый китаец. Его и так лимита-то много, он еще за хатой там спрятался. Фаерболы попадают по сентрям. Очевидно, что здесь не получится ничего сделать Стрэнджу. ГГ. 1-0. 11 раньше было. Вообще 14 написано сейчас.
Так уже же влот реальные секунды в игре вроде как давно, не? Так, ну что, поехали, вторая игра. Да, глянул ссылочку. 4600 пинг. Но это по, когда скачет, ты можешь так и подскочить, конечно. Патч уже вышел новый сегодня. Вот, и все изменилось. А, все понял, на сайте они так пишут. Ну да, да, все тогда, все правильно было. 11 стало 14. А дэмэдж, то есть, не увеличился. Это жестко опустили то оверчаш получается. То есть, это должен он был 22 секунды, по идее, да, стоять, как бы, но... Хотя бы, чтобы по времени сопоставимо, но в любом случае выгоднее 2 по 25 и с таким временем, чем 1, даже если бы он был такой. Ну что, хата Газпул опять же хата Газпул. Стрэндж играет через гейт Нексус билд у нас отступать. Ну блин, вот эта карта пушерская, он опять с королевами может вперед пойти на самом деле. Вот, если Стрэндж проиграет, то 0-1, конечно, будет. И у нас еще и Архон матч тут есть, как бы. Ну, то есть у нас все игры, по идее, должны отыграны быть. 4 в 3, собственно говоря. 1-1. Играет Стрэндж, у нас Коу, Рева и Теран Вик. Писали всем и Хэпищу, и Титану. Хэпищ, Титан там, ну, отказались. Титан там вот сейчас своими делами занят. Хэппи в таких, ну, во-первых, на серверах не играет, кроме Европы. И на каких был бы на Евро, наверное, сыграл бы он, не знаю. Ну и третья хата у Зерга билд абсолютно такой же. Видит он пробку, кстати, игра Стрэндж видит хату прекрасно. Так, здесь два линга, нужно уходить пробкой. Здесь, в принципе, не так далеко уехать, поэтому я думаю, что она уйдет обязательно сейчас от этих собак всех. Сталкер, тем более, встретит, прикроет. Да и не погнался Зерг вообще. Скорость атаки увеличили, все понял. Все понял, я что-то забыл про скорость атаки. Я помню, что писали, да, там с 1 до 1.25, там все дела, как бы, как-то так.
Все нормально, ребят. Да все, все понял. Задержка 90 секунд, помните об этом. Я не одновременно с вами разговариваю. По условиям, что матч просто задержка должна быть. Вот, ну. Все-таки какой-никакой призовой, да какой-никакой, 40 баксов за Бо-3. Нормальный вполне призовой такой, я скажу вам. Выиграл и 40 баксов получил. Все, пожалуйста, свободен. Бо-3 одно. Можешь два раза шестой пул сделать, как бы. Если уверен, что накажешь. Ну что, соединяем ЗРК Мейн со второй базой криптумором. И здесь вперед пошел один криптумор. Вот здесь поставил, кстати, его не нужно даже сюда пускать. Его сразу можно вот сюда. Потому что соединиться, я думаю, от него и так. Вот этот с этим крипом. Ну, по крайней мере, будет между ними максимум там миллиметр какой-нибудь. Олень даже соединяется, я смотрю. Так, Роуч Уоррен ставится. Да, он соединился. Здесь у нас инъекции чуть не идут. Лейер делается. 52-43. Барабан. Стрэндж третий инъекцию ставит. Пассивно играет. Ну вот правильно сейчас Стрэндж действует. Мне кажется, ему в предыдущей игре в третий инъекцию надо было выходить. По лимиту близко. Плюс один делается. Тоже очень важный момент. Ну, стенка, конечно, вариаций здесь много, стенки. Ну, у Стрэнджа более-менее пилоны, потому что здесь особо не танкуют, кроме вот этого пилончика, да. 47-51 парабам, Гидра Дэн, 4-я хата, не пытается Стрэндж как-то напрягать, проверяет камни. Он вообще пробку тут около камней поставил. Но Стрэнджу, собственно, и не нужно ничего особо, он тут с трех баз все, что нужно, ему, в принципе, отстраивает. Привет, сетворк. Минус овер. Здесь что-то у нас бегает все. Фаербольчики пошли. Здесь я смотрю. 59-64 барабан. Ну, Стрэндж нагнал практически. Вот единственное, что меня беспокоит, это вот это здание, потому что старгейтов-то нету пока. Люркер Дэн, но я так полагаю, что Зерк не собирается здесь строить мутку. Он собирается строить Роучи, Реведжеры, Линги, Люра. Хотя плюс один на воздух пошел Грейд, что самое интересное. Может, все-таки это даже и мута будет. У Стрэнджа ни одного пилона вообще нету на мейне, даже чтобы уверчаж элементарный поставить. Твайлайта нет, старгейтов нету, и, по-моему, здесь все печально может стать сейчас. Стрэндж пробку не отвел, кстати, камни пробиты, но атаки-то не идет. Видел Стрэндж спайр вообще? Видел спайр, как строится. А почему он не готовится к мутке-то? Невнимателен был, что ли, Стрэндж-то? Так, Феникс, иллюзия Феникса летит. Так, прямо видит Стрэндж муту. Вот она к нему полетел, неужели он сейчас ее не заметил? Уверчажа на мейне нет, выход пошел. Муталиски собирается врываться. Куда они? На вторую базу вместе с лингами врываются. Так, Мазеркор висит, уверчажи пошли. Стрэндж идет в контратаку. Зерк идет в полный размен сейчас. Это очень неприятно для Стрэнджа. Уверчажи выставляются, пробки гигнут в гигантских количествах. Стрэндж, правда, наваливает Зергу. Здесь очень плохо, очень хорошо в контратаке. Но этого явно недостаточно сейчас со стороны Стрэнджа. То есть он... Здесь разваливается дома гораздо жестче, чем и хотят. Кстати, лимиты-то близки, но муты все больше и больше. У Стрэнджа против воздушных юнитов вообще в принципе нету. Так, Ботман из К2, 500 пиковинов. Спасибо тебе большое, вижу. Очень приятно. Линги сгрызают Стрэнджа везде. Здесь он, конечно, наваливает, но это... 0-2 это 1-0 в пользу Китая, абсолютно точные, потому что, ну, здесь уже, ну, никак не выиграть. Никак не выиграть.
почему нет Сливки в сборной? Завтра выходной. Блин, ну Сливка трудяга, и он как бы... Вдруг он выходной просто на тех, но в субботе как бы там что-нибудь переборщит с чем-нибудь, бах, ляжет спать потом. И потом подумает, блин, а мне же на работу. И клан Вар одновременно уйдет на работу. Хотя он не спать ляжет, он раз не будет ночь спать. А потом резко днем вспомнит, что на работу. Блин, если серьезно, то Сливка и по уровню сейчас как бы послабее и присутствующих. Вот, плюс как бы и все-таки после тех эпизодов всех нужно ему как-то реабилитироваться хотя бы. Спасибо тебе, Ботман, еще раз. Ну что, личинки разваливаются, Стрэндж. Что у нас есть? 8 сталкеров, 5 сентрей. А здесь 20 муталисков. Даже люр один есть на мэне. Стрэндж ходит. У Стрэнджа есть обсервер? Ответ отрицательный. Обсервера нет здесь. Здесь и люркер есть. Не, здесь ГГшечка, ребятки. Здесь, ребяточки, ГГнчик. Самый, что у нас не на есть настоящий. Даже на сюда не сможет Стрэндж зайти, абсолютно это точно. Понятно? Элиминейт хочет Стрэндж. Заходит. Не, ну здесь гигантский дэмэдж, просто гигантский. Ну, конечно, что могу сказать? Даже учитывая, что это сервер азиатский, могли быть проблемы с задержкой, там еще с чем-то. Здесь Зерк обыгрывает исключительно... по билду и по скиллу, потому что, ну, как-то Стрэндж просто не готов был абсолютно к этим муталискам. Спасибо, что смотрите, ребят. Опа! А следующий у нас кто? Ревчик против тайма. Время против времени. Рева против времени. И Ревы сегодня день рождения. Поздравляю еще раз. Его, кстати говоря. Что? То бишь день рождения и время не властно над Ревой получается. То есть сейчас он обязательно должен китайца наказать. Обеспечить себе плюс 40 баксов на днюху. Так, видите, сегодня суббота, да? Да. И что завтра за ивент? А, Дингит еще там завтра будет. Угу.
Ну, а вас я всех приветствую, за поддержку еще раз благодарю. Ади, Ботман, СК2. Ну что, желаю Ревы побеждать как можно больше. Удачи и здоровья. Здорово, Паш. Конечно, делай. Конечно, будем стримить, будем смотреть. Уже заждались. Надо что-то делать, так как... Ну, реально мало турниров сейчас в СНГ происходит. Кстати, есть записи за вчерашний день. Так, ну то, что вы в новости видите время, на самом деле, это примерное время очень таки. Так, револьвер что-то мошнить начинает. Что там Рева мошнить начинает уже опять? Ладно, день рождения можно помошнить маленько. Здорово, спиритолог.
Здорово, полуопупевшие. Ну, слава богу, что все решилось, потому что, ну, пока что у всех все нормально. Все решалось до этого, как бы кто там покупал, у всех все работало. Вот, ты был первым уникальным, у кого был косяк, но он решился все-таки в итоге. Ребят, ставьте плюсики в тех ссылках, что я вам скидывал на записи. Что-то я не вижу плюсиков активных пока что. Понял, у тебя Алекс Пенкин. Фига себе, короче. Тревочь дает. Это, конечно, очень хорошо, но о таких вещах как бы лучше заранее подумать. Так, все, начинают торкать.
По поводу записи 360, они еще не обработались, естественно, просто. Ну что, перенесли Ревчика на третью позицию. Сейчас Коус играет с Джейши. Я так понимаю, это ПВП будет. Хотя Джейши, погодите, по-моему, он Протос. По-моему, он Протос. Врать вам не буду. Так, прион, первая карта, сейчас будет хост. Захожу я сам туда на хост. Ну что, все заходят, да, Джейши Проц. Поехали, наконец-таки. Игра приостановлена. Игра возобновлена. Ну что, что-то китаец там понаписал, то ли пинг у него, то ли что. Непонятно.
Разберемся по ходу пьесы, что называется. 0-0 счет приона. Терраса протс на протс. Коу против Джейши. ПВПшечка. Ну что, если Коу проиграет, то уже 0-2 будет, то уже будет печально тогда. Безусловно. Если же Коу выигрывает, то 1-1. И вообще, конечно, на Стрэнджа я рассчитывал, что он получше отыграет. У нас еще есть Ревчик и Тиранвик, помимо вот Коу и Стрэнджа. Вот, например, за Тиранвика я за его скилл не беспокоюсь, за его уровень на данный момент. Что я уверен, что у китайцев он там любого может сейчас затрепать. Но беспокоюсь я за то, что все-таки здесь пинг 3 сотки. Как бы я не знаю, какой у него. Вот, я-то все-таки на самом-самом... Хотя он в Ставрополе тоже от Китая, это порядочно как бы, да? Тем не менее, я даже не знаю, с кем у нас, откуда с Китаем лучший пинг вообще будет. Из Москвы, наверное. Потому что там интернет лучше, наверное, напрямую идет. Нет, клавиатура у меня не громкая, просто, может быть, она уже со временем стала звучать более громко. Два сталкера строит Коу. Не бустит пока ничего. Джейши приходит, ничего не проверяет, и у Коу Твайлайт пошел. Ну что, сталкеры пошли. Печально, что у Коу сейчас... Так, здесь можно оракул, заказ. Печально, что у Коу Мазер... Ой-ой-ой-ой-ой, какой фейл у Коу, посмотрите. Насколько гигантский саплай-блок сейчас у него получается. Просто невероятный саплай-блок. А, ну у него из-за сталкеров, кстати, двух вновь заказанных саплай-блок, между прочим. Адепты будут врываться. Врываются адепты на четырех сталкеров. Вот это провал от китайца. Хорош Коу принимает сталкерами адептов, конечно. Ну, минус 4 адепта, что я могу сказать. Пробок не потерял ни одной. Пинг Коу говорил, что у него небольшой. Но Коу из Москвы как раз, да, у него... Наверное, лучший пинг с Китаем. И здесь у нас Арафу собирается врываться. Там уже Нексус заказан. Двадцать семь парабама. Вот это уже совсем печальный момент, честно говоря. Вообще у Китая все хорошо. Нет, дестабилизатором его не убрали, насколько я понимаю. Так, стазисная ловушка ставится, у Коу Нексус второй, позже, правда, намного оппонента, рабочих на 6 меньше, что тоже очень неприятно. Здесь у нас два сталкера находят Старгейт, минусуют пилон, сейчас Коу проверил, где прокси, нашел, выбивает пилон, выбьет и Старгейт, наверное, в итоге. Блин, делается, да-да, Старгейт лучше тоже не оставлять, не давать возможности по этой ветке технологии просто оппоненту развиваться. Один сталкер здесь остается. Оракул в районе второй базы стоит. Коу что-то вот около второй ходит. Брэд, где-то он такое ощущение, что видел оракула, что ли? Видел, да потом не спалил. В итоге он улетел все-таки. Пытается врываться на мейн. Так, Immortal строится здесь. У Коу готов блинк, а здесь блинк готов. Здесь блинк даже не заказан пока что. Это хорошо для Коу, безусловно. Вот Коу начинает добывать второй Нексус, а юнитов на втором Нексусе ровно 0 сейчас. Нужно как-то вот с этим моментом-то бы разобраться было бы Коу. Так, сталкеры собираются заблинкнуться на мейн. Но что они смогут сделать здесь? Я боюсь, что... Если не боюсь... Я уверен, что рабочих много они убить не смогут. Так, уверчаш врублен сейчас. Китайцы. Коу отходит назад, можно Мазеркорфа куснуть сейчас.
минуснул Мазеркор, ушел. Сталкера одного, по-моему, потерял. Да, одного сталкера курс. Потерял 37-45 по рабам. Заходит на стазисную ловушку, попадает. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это уже опасно. Нужно будет отблинкиваться. А куда отблинкиваться такого? Ну, вниз, конечно. Нужно среагировать грамотно сейчас будет. Очень неприятный этот момент. Но один сталкер, скорее всего, минуснется точно. Так, уходит Ку, молодец. Резко среагировал, ничего не минуснулось. Только филдов китаец потратил. Собственно, и все. Так, здесь плюс гейты пошли. Я вижу, у Коу Даркшайн сейчас запиливается. Обсервер здесь один есть, но он один все пока по рабам. 48. Почему по рабам-то Коу так отстает всю игру? Газ на второй не добывает что-то пока. Призму строит хорошо. Вот, наконец-то, газ начал добывать. Второй газ почему-то до сих пор не заказал. Я не понимаю, почему второй газ до сих пор Коу не заказал. Ну, а что китаец-то у нас? Так, обсервер Коу. Хорош, минус опс. Апса нужно своего здесь оставить, чтобы видеть позицию оппонента, так как одного фокуснул. Блин, призма летит прямо через пробку оппонента. Ку здесь на хайграунде находится. Сталкеры пошли принимать, что ли? Видит Коу сталкеров, заходит, видит Некс. Так, призма прямо через сталкеров летит. Коу видит, дропа имморталов Коу. Хорошо, имморталу тут раздавали. Заходит на мейн, можно роба зафокусить. Сейчас Дарков варпи же ты срочно, варпи, Дарков. Коу варпи, пожалуйста, что-нибудь сейчас. Призму тебе убьют, складывает и потерял призму. Да что за идиотизм происходит-то? Это победа была фактически. У него нету даже обсервера до сих пор. У китайца он не восстановил его. Даркшайн ведь есть. Дарков, варпани, выиграет эту игру чертову. Так, дофокусил Коу все-таки Мазеркор. Заходит на мейн каким-то образом. Не понятно. Здесь уже есть блинк. А это значит, что часть сталкеров явно не уйдет. Уходит только 3,80, 308 по лимиту. Коу там золото пытается занять, еще одну призму строит. И морф лучше по карте что-то гуляет. Ну, видно, что сервер, там все дела, проблемы. И т.д., и т.д. И мортлы полетели от Коу вперед. Здесь еще один пилон есть, нужно уходить. У Коу вообще дома ничего нет, что самое страшное. Вообще ничего дома нету. Так, филды на рампу, третий Нексус погибнет сейчас, Коу сваливает, пытается китайца выманить на себя, просто знал бы Коу, что... А вот он, а все, он обсервера подстроил уже без шансов. И это очень печально. Четыре дарка варпятся сейчас, китаец видит их. Нет, это игра ГГМчик для Коу, это очень печально. Просто выигранную игру отдал сейчас. Вот нужно было варпануть дарков и убить робу. Все, что нужно было сделать реально Коу сейчас в этой игре. Обсервера фокуснул, фокуси роба! Пожалуйста, Коу, царь, фокусит роба. Где дарки-то пошли? Четыре дарка, неужели он все равно выиграет эту игру? Обсервера есть у китайца обсервер. Где этот странный обсервер летает? Я не знаю, где он летает. А вот он здесь. Нет, обсервера в этот раз два было. Обсервера в этот раз два было. Это все-таки печаль и беда. Коу пытается вот сюда здесь около Нексуса сделать. У него ничего не получается особо здесь делать. Призма залетает на мейн, дропается дарк. Врабов бы нужно было бы поубивать сейчас. Призма прям через сталкеров улетает. Начинает дарк рубить. На второй базе дарки тоже рубят. Рабочего Коу уже значительно больше стало, между прочим. Если на что-то призма летает китайца. Китаец ставит золото. Ну, 100 лимита на 70, его пользу 62-21 боевой. Трехкратное преимущество, 10 золота. Короче, несмотря на то, что вроде как сейчас дарки нарубили рабочих, просто нет боевого лимита у Коу сейчас. Просто нету его. Ну и Джей Ши выдвигается вперед.
Что-то у кого? Что вот это вот, вот это вот 1400 на 1000? Это вот это что значит вообще? А сколько у кого гитов было? Пользователь 0R4.0 активировал премиум на ваш канал. Аранда, спасибо. Те гитов 4 штуки у Коу всю игру, то есть у него 4 гита было, но это как-то что-то не очень, я вам скажу. Так, у какие-то третий не туса ставят. 85-123 по лимиту. Так, Архоновку построил. Выходит в центр. Один иммортал. Архонщиков 3 штучки есть. Белки прыгают вперед. Хорошо, кстати, бойку принимает. Призму фокусит оппонент своему. Но все равно его маловато юнитов здесь. Вот что печально. Еще китайцы Мазеркор на халяву тут расфокусил. Ну и архоны хороши, но не против того, что сейчас есть. У китайцев довар в делков идет. И Коу, отступая назад, пытается переварпить, но здесь-то золото есть, а у Коу ни хрена нет никаких золот. Да. Даварп еще сталкеров пошел. Спустился Коу сталкерами на 4 иммортала, агрессивный блинк. Нет, агрессивным блинком на 4 иммортала спускаться, это очень печально. С запасом, с золотым парашютом. Ну что, ждем от Коу карты, я не знаю. Прыгаю в игру. Что, вторую игру ждем мы сейчас, естественно. Сейчас я подойду, ребят.
Так, ребят, все, я вернулся. Ждем, в общем-то. Все, поехали. В общем, проводил я жену свою Дашу сегодня. Технические моменты всякие решали. Не технические, а там по ремонту и т.д. Ну а здесь у нас, соответственно, У против Джейши дерется. Проигрывает 0-1. Со своей встречи уже проиграл 0-2 Стрэндж, к сожалению. И Россия 0-1 сливает пока Китаю. Ну, посмотрим, что здесь в итоге будет. Так, ну а здесь через 17-й нет Сусопунинг, обратите внимание. Ку играет через гид газ. Сможет ли Ку на Азии 17-й Нексус наказать? Хороший вопрос, я вот что-то не уверен. Заказывает Нексус сам в догонку. Побыстрее площадь оппоненту газ, но ненадолго он сможет площадь в итоге. Заказывает китайцы газ все-таки. Здесь кибернетика пошла уже. Нужно проверять, что здесь происходит. Так, Undertaker. Да, спасибо, Алвес, что скинул ссылочку. Вот я ее только сейчас нашел, потому что новость я только сегодня сам увидел об этом. В описании, поэтому на СК 2TV не успел ее добавить, так как я вот фактически вошел с улицы без 15.5 и начал сразу стримить. Через 5 минут после того, как пришел. Так, здесь полный блок пошел, кстати, от китайца. Обратите внимание. Ку ездит пробкой. Но нужно отрегенить полей немножечко пробкой-то. Так, секундочку, мне мать звонит что-то. Так, я здесь, ребят, не обновляйте сайт, пожалуйста. Ну что, адепт пошел вперед. Здесь тоже адепт. Ну, здесь-то полностью блок, я поэтому не понимаю, куда... А, Ку пытается разведать, где адепт оппонента, вот он его находит сейчас. Начинает с ним биться. Ну что, китаец будет врываться? Да, телепортируется, Ку идет к нему в это время, соответственно. Пытается принять другого адепта здесь. Иллюзия возвращается назад, послал за ней... Здесь у нас газ на второй базе запилен, ничего не сделать. Здесь газ Мазеркор сейчас пробьет. Адепт, кстати, вот если бы сюда подошел, Старгейт бы пол спалил, скорее всего. Ну, здесь ровно поля снял, то есть абсолютно бесполезно все это время атаковал.
Так, есть фениксы. У Коу... Фениксов у Коу 4 штуки, у оппонента 3 штуки, но он строит еще. Но Коу перестал строить фениксы почему-то. А, потому что у него supply блок. Да что такое-то сегодня у Коу? В прошлой игре на 31 лимите, здесь на 50 лимите. Что это вообще за supply блоки такие нелепые, блин? В итоге, посмотрите, 4 в 4, то есть мог на Феникса вести, supply блок 20 секунд был. Ё-моё, блин. Чё с Good Game-то такое? Так, здесь два Старгейта работают уже. Коу ставит третий Нексус. Второй Старгейт, у Коу флит бикон из плюсов пока что. 66-76, ну вот как ни крути, блин, Коу меньше лимита постоянно. У китайцев что-то до хрена лимита. У там пилона уже про запас стал строить, чтобы supply блока не было. Китаец летит сюда, пролетает, видит Феникс, Фениксами, что здесь третий Нексус, прекрасно. И непонятно, собирается врываться или нет. По фениксам 9 на 7 в пользу китайчика. О, что, рейндж будет заказан вообще? Ну что, залетает фениксами через пилон. И Коу видит прекрасно. Верчаш выставляется. Старгейт видит китаец. Нужно ловить его как-то. Рейндж пошел. Коу без рейнджа врываться не хочет. Здесь обсервер сбил обсервера. Ну, за счет рейнджа сейчас Коу изи победить может, причем в хлам, но нужно дождаться его, во-первых. Во-вторых, у него не бустится этот рейндж по каким-то причинам, для меня абсолютно непонятным. И у китайца фениксы строятся по КДшечке, у Коу вообще ни хрена не строится. И китаец третий старгейт, смотрите ресурсов сколько. Коу, что ты делаешь вообще? Так, армор фениксом пошел, потому что он решает именно фениксы на фениксы этот армор. Ну все, минус все пробки на третьей базе, пожалуйста. Так, прилетает Феникс. Верчаш выставил. Нет, все-таки не минус. Одного Феникса пробрил. У Коу сейчас будет рейндж. Вот сейчас нужно инициировать самому. Зря я так сильно испугался. Сейчас обязательно нужно инициировать самому. Хоть 10 старгейтов построй. Феникса с рейнджом могут Феникса без рейнджа принимать фактически без потерь. Коу делает... Коу делает мазершип, но это в стиле Коу, реально. Фениксы с мазершипом. Интересное решение, реально интересное. По механике, если в тумане войны жертву... Ну, например, да, если надолго скроется из рейнджа, как бы, то тогда, конечно же... Так, залетает Коу, нужно улетать сейчас. Феникс это с рейнджом, нужно выходить от фениксов оппонента. Коу, как ты дерешься? Уникальный контроль с рейнджом фениксов сейчас только что вы наблюдали. Я, конечно, понимаю, там может быть пинг, все дела. Но куда улетать-то? Нужно отступать домой. Просто нужно улетать и не давать сблизиться. То есть не нужно, как в первом Старкрафте, сильно напрягаться. Нужно просто улетать. Мазершип есть. Ой, фениксы прилетают, начинают мазершип шатать. Уверчажи пошли. Ну что, мазершип минус, только мазершип Коу сейчас какое-то время и спасает, но все, больше он его не спасает. И китаец тоже делает рейндж. Что, китаец шатает Коу? И Коу против фениксов, что поразительно, переходит в чарж.
Ну, он не рассчитывал, почему так происходит. Он просто своих, конечно, фениксов не рассчитывал потерять, но какой к чертям чаш-то? Тут нужно блинк сначала сделать тогда, если ты в землю свичишься в такой-то ситуации. Сейчас ты увидишь, как Оу с рейнджом разменяется. Так, четвертый Нексус пустает, здесь зилки выдвигаются, тоже чарж делается. Опять мазершип, кстати, заказан. Так, Нексус Ку отменил китаец. 62-91 по лимиту. Пока Мазершип строится, самое печальное, что он не может ничем помочь в битве. Землю такого добавляет. Форжа есть. Ты хоть плюс один для приличия надо на землю делать. У китайца уже плюс один есть. Что за бред-то вообще? Ё-моё, бредятина полная вообще сейчас творится. Мазершип в секунду уничтожен. Мазерпорт, точнее, мазершипа не будет, говорит китаец. Фениксы отдаются, зилки отдаются. Не, это разгром, конечно. Это разгром. Да, ну видно, Коу тяжело, конечно, контролить. Все-таки Азия и китайцы тоже это не их сервер. Кстати, интересно... Мне вот интересно, китайцы играют на своем клиенте всегда, но какой у них на Азии вообще пинг? Смотрите, как Архон там, ё-моё, как он долбил сейчас этих фениксов жестко вообще. Еще чуть-чуть стейки побился и вообще. Ну что, 0-2-0-2, ревчик Тиранвик дальше. Так, ну что, револьвер против тайма. Так, ну что, ревчик против какого-то тайма. Кто это? Я даже хз.
Так, что-то черкают, ребятки. Так. Нет, сколько китайцев я не видел, смотрят. Я в Арчер писал 110 тысяч. Писали там вот. 200к на одном стриме. Нет, 200к что-то многовато. Вот. Может, 20 ты путаешь. Так, пошел инвайт. Все, наконец-то игра начинается. Ну, может, Ревчик в день рождения спасет Россию. Так. А почему Рева? Потому что элементарно, сейчас если он проигрывает, то это уже 0-3, и у нас два матча остаются, это Terran Vic и Архон Мод. Все. Спайкает, Рева говорит, ну спайкает, это нормально. Сразу Рева так на всякий случай отписал, что если проиграю, отпишу сразу, что спайкает.
У меня тоже спайки какие-то есть. Вся информация есть, новости. Про счет спрашивайте в чатике. Я не каждому отвечать не могу. Все знают, кто-нибудь подскажет. Пользуйтесь этим. Пользуйтесь тем, что люди в чатике присутствуют. Прежде чем удивляться количеству зрителей на китайском стриме, посмотрите, как бы, вот. Посмотрите население Китая, может быть, тоже удивитесь. Вот. И уж китайцы-то явно не будут английские смотреть какие-то комментарии. Абсолютно точно, как бы, поэтому очевидно, что вот зрителей у них много. Так, репчик тут лингами пытается биться. Рипером достаточно четко контроль. Здесь три барака рипера. По-моему, здесь очень печальные времена для рева-то наступают какие-то, не? Так, дронов закидывает сейчас. Три уже рипера прилетают. Потери. Четыре дрона, один линк. Расконтролил китаец сейчас еще королеву. Ну что, лингов рева все-таки подстроил. Мув почти готов. От гранат вроде как уворачивается. Но лингов не нужно по отдельности отдавать. Это я абсолютно точно могу сказать. Здесь гранатка кидается. Стабилизировал ревчику немножечко сейчас. Стабилизировал неплохо. Овер залетел, улетел сразу. Каких 1,7 миллиарда? Ну, ё-моё, не загуглить, что ли? Ну что, 10 риперов. Потери пока нулевые. У китайца будет дроп оверами-то с королевами на этой карте от репчика со стороны. Так, линги забегают мариков. Принимают бой. Мариков, конечно, репчик минуснул, но больше репчик ничего, к сожалению, не минуснул. Риперы всех лингов минуснули только и всего. Нужно ли было отдавать еще лингов такое количество на мариков, этих 8 штук. Но зато марики представляют у себя в первую очередь ПВО. И это очень важно их законтрить, тогда будет тяжело, легче дропаться. Королев у ревы много уже становится, сейчас еще будет королева готова. С мейна берет 5 штук и плюс 2 еще, 7 штук будет королев сейчас. И можно будет врываться, соответственно, оверов нужно всех забирать сейчас домой. Лететь. Морфит рева всех.
Выход идет уже. Ё-моё. По-моему, сейчас Рева план может не удаться. Почему? Потому что Рева собирается дропаться, а здесь выход пришел. Вот что самое интересное. Так, видит количество королев. Танк-то забирай на мую, пошли ты. Что ж ты делаешь-то, Рева? Рева там празднуют уже, что ли? Я чуть не понимаю, или что? Стимпак уже у китайца есть. Против стимпака не подробно. Линги стоят полгода. Так, врываются линги. Ну, линги раскидали вроде как всех. Может быть, попытаться все-таки дропнуться нужно. Да не можно, а так и нужно сделать Реве обязательно. Две королевы сейчас еще будет. 18 лингов строится. Видел ли китаец, что здесь происходит? Я не уверен, но, блин, проблема в том, что здесь Сим уже готов. Вот в чем гигантская проблема. И королевы энергию всю потратили. То есть, при всем желании сейчас как бы... Сверх... Ну, хотя, не, посмотрите, китаец полетел. Рева летит ему навстречу сейчас. Что видит китаец? Китаец видит оверов сейчас. Линги строятся. Танк есть один, не возвращается пока домой. На вторую базу залетай, дропайся, марики идут. Так, пошел дроп королев. Линги тоже дропаются. Линги дропаются очень даже неплохо. Но марики на стимпаке, по-моему, все разваливают. И план что-то не удался совсем, по-моему, Ревен. Сейчас. Хотя линги где стоят-то? Почему точка сбора не сюда стоит? Нашел Рева, как отмазаться. Ну, не надо таких тем делать, на самом деле. Привет, Так, ну что, сейчас заходит все. Я не знаю, может быть на Америке всем играть, потом у китайцев как бы свой сервер есть. Их сервер, он отдельный вообще как бы. Они не играют на Азии сами. Китайцы говорят, что у них 100-300 пинг на Азии, но вот... Последний тиран, учитывая, как контролил, я уверен, что у него не, явно не 300, даже у него 100 пинг, край вообще. Вот, но, может быть, на Америке смысл играть, тогда есть.
Ну что, начинается вторая игра. Я не знаю, если там Рева стримит, пусть он пинг включит. Вот, какой там пинг-то, просто посмотреть. Так, ладно, не важно, какой там пинг. Так, ну что, 10 хата, 16 дронов пул. Не, на самом деле... Ну что, прилетает Рипер, напрягает. В этот раз получше вроде немножечко ситуация складывается. Так, я не помню. Короче, чё теперь плакать, как бы? Чё теперь плакать? Корейцы приходят с Азии, как бы, и на евро-турниры берут. Раньше брали, как бы, да? Не плакали особо. Вот, сейчас, конечно... Не знаю, может быть, конечно, от нас на Азии хуже, чем корейцам с Азии на Европе играть, например, тем же. Но суть в другом. Теперь уже плакать-то нечего, как бы там что-то отмазываться. Это никому не интересно абсолютно. Вот, нужно сыграть на максимум и все. А дальше, если будем что-то такое проводить, будем думать уже, на каких серверах играть, потому что, ну... Должен быть нейтральный сервер, потому что для китайцев, а у них хоть и есть китайский клиент свой отдельный, да, как бы для них Азия все-таки родной сервер получается. То есть, например, у Тиран этот, у него вообще не лагало ничего, да, там как бы он сам сказал. А это неправильно. Так, гелиончик минус. Ну что, гелики уезжают. Здесь стимпак делается. Два барака есть. Третья ЦЦшка у Тирана заказана. Прибегает Инги. ЦЦшку
Хотят отменить, успевают. Вообще в последнюю секунду успевают при этом всем отменить. Это говорит о том, что вполне нормальный пинг. 12 беллингов я наблюдаю сейчас. Нужно обязательно Реви проатаковать до стимпака. Если до стимпака у него не получится проатаковать, то это беда на самом деле. Беллинга мув готов. Это агрессивная такая тема с минимумом контроля. Так, врыв пошел. Беллингов-то подожди, Реви. Вот ты Лингов-то вперед ведешь. Китаец реагирует. Не сразу реагирует. Нужно заходить на хайграунд сейчас обязательно. Заходит на хайграунд. Кристи Крафс поддержал ваш канал на сумму 60 рублей ровно. Тили-бом, тили-бом. Загорелся кошкин дом, загорелся кошкин дом. Идет дым столбом. Спасибо, Илюх. Врываются беллинги еще раз. Так, линги дотекают у Рев. В это время контр-дроп проходит сейчас какой-то непонятный. Стимпак готов у китайца. 58-53. Пять муталисков Рева строит. Еще здесь выход пошел на мариках. 4 медивака, 12 мариков. Что-то с чатиком случилось, ребят. Ну что, 10 беллингов, 14 лингов строить. 38-37 по рабам. Заходит китаец, нужно бейнов подождать обязательно 2 секунды до беллингов готовности. Все, беллинги готовы. Начался врыв сейчас. И он уходит. Не, я вижу, что контролит он. Ну, просто у него все замечательно, как бы, да, тут. Это очень печально, что такая ситуация. Ну, что я могу сказать? Я, честно говоря, не думал, что на Азии будет так тяжело. Я просто давно сам не играл. Блин, ну все согласились, как бы нужно было сразу об этом думать. Что говорить? А, сейчас договаривался, в принципе, договорился. Теперь-то уже поздно плакать, да, как бы. Это ГГНчик, естественно, заходит китаец, минус ревчик. 7 муталисков уже, к сожалению, не смогут убить здесь ничего. Так, ну что, Тиранвик и Архон Мод остался. Так, 40 рублей на Яндекс приходит. Поми, звони в лайв, сменять гражданство срочно. Спасибо тебе большое за поддержку. Никнейм пишите, чтобы я вас мог в списке добавить. Спасибо всем, кто поддерживает. Вот, ждем Тиранвика.
Так, ну что, ждем Тиранвика. Говорю я в конфе. Вот. О чем я говорю? Да говорю о том, что нужно. О том, что Ре нужно будет сделать на Америке просто. Спасибо, Лёх, еще раз. Если китайцы будут согласны. Ну что, 18:47, присоединяюсь я сейчас. Ну сейчас посмотрим по Тиранвику, будет понятно. Неизвестный поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей ровно. Я строил в гейтвеях зилов миллионы в старгете батонов, чуток заказал и вдруг слышу звук, нужно больше пилонов Алдарис, скотина, ну как ты достал? Спасибо большое, тыщеночка прилетает, очень приятно. А почему неизвестный-то? Отпишись, неизвестный, кто ты, я хоть тебя добавлю в списочек мой зачетный. Вот. Потому что, ну, как же так? Спасибо тебе за поддержку. Еще раз спасибо всем, ребят. Ну, к сожалению, у наших тяжело все идет. У Тиранвика никнеймы, конечно, везде угарные, если честно, вот. Спасибо, ГГ-бро, я сам не понял, почему неизвестный. Признаться честно. Надо разобраться. Так, спасибо, Паш, за Бобролигу. Вот, ссылочку давай потом прорекламим сейчас.
Здорово, Ботлнетыч. Смотри, аккуратней. Главное, больше не бомби, а то плохо станет еще. Вот. Спасибо, что смотришь. Спасибо, что пришел. Россия против Китая. 0-3. Сливаем, черт побери. Ну, тут ничего не поделаешь. Пинг дичайший. Я не знаю, как бы, ну, вот... Это реально надо на голову выше играть китайцев, чтобы побеждать на таком пинге. Но китайцы очень даже не слабые, я вам скажу. Ну что... Тиранвик против пробки бьется. Циан такой, просто играет. Ну, китайцы все известные вполне игроки. Так, минус пробка. Так, продакшн ставлю. Здесь дропчик минок, насколько я вижу, будет сейчас от Тиранвика. Пилончиков добавляет сейчас Циан. Циклончик у Тиранвика. Полетел дропчик ко второй базе. Не прикрывает, правда. Ни мейн, ни второпчик не прикрыто. Нужно сплетануть немножечко сейчас юнитов-то своих. Вот Оракул врывается. Тиранвик не готов принимать. Вот сейчас циклона на вторую повел, потому что здесь маленький стоит, на второй ничего нету. Оракул как раз прилетел, циклон приходит, захватил, но Оракул, конечно же, уходит в итоге. Здесь медивак летит вперед. 300... У меня пинку 350, там 360, сейчас до 400 прыгает. Я вижу, спайкает даже у меня, ё-моё. На самом деле адово как-то на Азии, если честно. Мне кажется, что да, нужно... В следующий раз что-то предпринимать, переносить куда-то. Минка копается, Мазеркор сейчас минус будет. Ну посмотрите, как... Да ну, он успевает от минки вывести рабочих. Да не, ну это перебор, конечно. Это слишком преимущество в их сторону. Как игрок в прошлом тире, я сам понимаю, что здесь, конечно, дичь полная вообще. Прилетел Тиранвик, расконтролить ничего невозможно, фокуснуть ничего невозможно. Минка закопалась, вот. Ботлнет, черевчик уже, к сожалению, проиграл. И даже успел отмазаться немножко. Вот. Не, ну тут я на самом деле отмазываю всех, потому что реально видно, что у китайцев пинга вообще нет практически. А у наших есть, ну блин, зачем было вообще писать там при всех что-то? Смешить 200 тысяч китайских зрителей, потому что там 200к в плеере смотрят, утверждают люди как бы. Вот. Ты можешь поражение оплатить. Как бы. Ну что, летают у нас фениксы сейчас. Подхарасил немножечко проц. Ну, Тиранвика больше по лимиту все равно. Потери у него не так уж много. Помимо дропа-то он ничего и не потерял. Минус... минус этот, как его... Ну, вы поняли.
забыть, как эта штука называется. Это стазисная ловушка. Минус. Выходит Тиранвик вперед. По лимиту пока впереди. Нужно прирост брать с собой. Он медиваки берет. Второй медивак вылетает. Нужно тоже бы взять его. Не помешал бы он совсем в атаке. Стимпак еще... А, щиты готовы уже. Стимпак еще пока нет. Подгустить можно немножечко медивак. Тиранвик приходит. Что у Протсу? Протсу фениксы, пару сталкеров, пилонов миллиард добавляет. Нужно, может, просканить Тиранвику. На пинге на такой хайграунд врываться, конечно, очень тяжело. Стимпачится Тиранвик, здесь колосс. Билды такие-то смешные тут, конечно, китайцы. Так, разворачивается Тиранвик, здесь минки поднимаются. Марик, мародер, здесь сбоку стоит. Адепты пытаются телепортнуться, телепортируются. Ну, тут разваливает, конечно, китайцы Тиранвика. Либератор приходит, раскладывается. Минка делает зал. Два феникса минус, но минус. И либератор 95-114. Нужно отступать. Здесь стазисная ловушка, если реагирует, сейчас все забирает. Да это сейчас он забреет сейчас в контратаке просто. Так, пришел. А че ушел? Что-то китаец ушел. Прироста здесь нету. Так, а все возвращаются. Сейчас минка залп сделает. Нет, не успела сделать. Буквально секунду не успела сделать. Так, инженерка армария у Тиранвика, атака есть, больше грейдов нет. Ну, вот китаец зря зашел, я не знаю, у него не было достаточной информации, чтобы на хайграунд зайти, похоже. Потому что навряд ли бы он стал поддаваться, зачем? Каждая бо-3 это $40, зачем сливать лишний раз? Так, залетает оракул, ревелейшн ставит, медиваков у Тиранвика нет, денег, он либераторов строил. Заходит, ну колосса вот этот билд-то, блин, такой вот. Тиранвик таких на Европе теплых вообще как бы разваливает в хлам. Вот, ну. Нужно подкопить лимит, так что покликнуть, просто пока шторма нету там какого-нибудь против этого всего. Но других вариантов я не вижу. Вот 4 медивака заказано сейчас. ФМ какой? ФМ близкий очень. Кому навешать? Сейчас. СМ готов. Ответная трудовым подвигом готова. Так, минка делает залп. База атакована. Неизвестный поддержал ваш канал на сумму 200 рублей ровно. Воздух искривленный у земли дрожит, призрак клоченый протосом бежит и раздастся скоро, очень скоро где-то. Ну что, обнаружен запуск ядерной ракеты, там инфесторы копались, Тора с колоссом нашли целый матч, они стрелялись, даже пушить не пошли. Спасибо тебе. Хорошо, Тиранвик отбивается, телемит 171 на 156. Опять почему-то неизвестно, я не понимаю. Так, ребят, минус оракул, четвертую цешку Тиранвик ставит, 2-2 грейды делаются, здесь дестабилизаторы пошли. Ну, кстати, Тиранвик вывел макро, и у него все хорошо сейчас. Спасибо, Локич. Вижу, что 4 рубля приходят от тебя.
Ну что, тут что-то марики стоят на ровном месте, отдаются. Колоссы пришли, фениксы. 195-183 по лимиту. Либераторы перераскладываются. Сколько либераторов? Давайте глянем. Их 10 штук сейчас. Их 10 штук. 196-183. Пятую ЦЦшку Терран Вик уже занимает. Нужно перестимпачиться, адептов принять. Адептов принимает. 3-3 грейды нужно заказать сейчас обязательно. Сканит Терран Вик. Здесь пошел Давар. Ну, 200 в 200 сейчас ситуация фактически. Так, дестабилизаторы стреляют, нужно уйти. Ой, как там часть лимита сбривает. Ну, либераторы дэмэдж наносят. Хороший. Сейчас сложил Терран Вик либераторов, колоссов дэмэджем за... Почему они не... Что за бред-то вообще? Почему либераторы по воздуху летают? Я еще не понимаю. Почему было не... Почему он их разложил? Блин, если бы они были вот в осадном режиме, они бы так бы там развалили. Они бы в хлам бы развалили. Да, печаль, конечно, 108-147. Здесь реально Терран Вик мог выиграть сейчас, но почему-то не выиграл. Ждем вторую игру. Блин, не понял, вообще Терран Вик сложился сейчас. Чем плохи колоссы в Лотве? Да они всем хороши, за исключением того, что у них дэмэдж теперь порезали до 24. И Марика они со щитами только с 3 ударов убивают, соответственно. Вот этим они очень-очень плохи. Сегодня у нас после России и Китай матча будет еще матч, соответственно, не матч, сегодня ВЦС еще, ребят, так что будем ВЦС еще смотреть. Если Вася Дрочев не может выиграть, то только Император что-то может, и Рельса. Мне кажется, если Императора заставили бы играть вот на таком пинге, и он бы играл бы, то либо он бы всех бы на кол бы посадил бы, нас, и меня, и всех-всех-всех, либо бы... либо бы его нежная королевская душа бы... Просто и, ну вот, и сущность вообще пострадала бы бесповоротно бы, я думаю. Варианта здесь только два.
Улучшение завершено. Наши КСМ атакованы. Пристройка. КСМ готов. Так, ребят. Понял тебя, вас. Ты это, F5, обновись все-таки, посмотри, что там разлогинило или нет. Потому что, ну, отпиши, отпиши, как дела. То есть, это очень важно, ну, вот, проверить этот момент. Потому что, ну, потому что это важно, в конце-то концов. Вот. Потому что почему-то неизвестно, это надо выяснить, как бы. Сегодня. Так, Оракул строится, у китайцев 35-26, по рабам совсем что-то не очень. Погодите, а что марики-то здесь бегают? Адепт заходит, и адепт отменяется, конечно. Блин, вот прям на последних долях секунды он отменяет это все. Если бы был у него хоть более-менее пинг, он бы физически этого сделать бы не смог бы. Почему? Потому что, чтобы такие темы делать, нужно играть на пинге. То бишь, нужно заранее отменять и чувствовать уже, насколько заранее отменять нужно. А так как они не играют на Азии, китайцы, они играют на своем сервере, я уже об этом говорил, значит, у него и нету такого и опыта. То есть, вывод только один. Пинга никакого нахрен нет вообще просто у них абсолютно. Так, прилетает Оракул. Начинает нарезать КСМ. Их 2 минус, третью сейчас. Нет, третью не забирает. Что у нас, циклон? Циклон готов. Ну, подрезал сколько? 3 рабочих подрезал. Залетает на мейн, подрезает еще одного КСМчика. Нужно брать на прицел дорогого Оракула. Минус Оракул. Ну что ж, просканил Теранвик, пробрил его все-таки в итоге. Здесь у нас врыв идет на второй, здесь миллиард. ГГБРО поддержал ваш канал на сумму 200 рублей ровно. Я, толстый красный помидор, люблю детишек давних пор. Я, витаминов сундучок, а ну-ка, откуси бачок. Спасибо, ГГБРО, тебе еще раз. Ну что, в этот раз что-то рабочего Теранвик убил одного, как и в прошлом. Но в этот раз хоть медивак улетел, дропчик этот ушел. Минку копает, нужно уходить в итоге. Вот почему-то теперь ты неизвестный. Все-таки сбривает в итоге медивак. Китаец поймал. 50-39 по рабам. Третий цешка только строится. Здесь уже третий Нексус строится. Адептом Грейт и плюс один заказано. Зачем-то так. А зачем? Убил пробку свою. Так. Ну, просто я договаривался о матче Арчер, соответственно, плакать сейчас нечего. Я думаю, что будет Ре еще в будущем, как бы, в любом случае, просто уже точно не на Азии это будет, потому что это нафиг не нужно. Но китайцы сказали, что у них тоже лагает, как бы. Ну, я это вижу, и все мы видим, вот и по прошлой игре, например, как от Минки, вы помните, как Минка начал выпустить, и как он пробку успел отвести просто на изичах. И здесь, как он просто успевает адепта отменять телепорт, например. То есть это значит, что пинга нет никакого вообще практически у них.
Полетели мулы от Тиранвика. Здесь дроп прилетает, нужно развернуться чем-то хотя бы. На мэне принять адептов. Здесь идет выход. А что здесь есть? Здесь есть сталкеры и мортлы. Некоторое количество передроп пошел. Так, переходят адепт на вторую базу. Со второй базы КСМок нужно отвести. Тиранвик собирается врываться. Стимпак пошел, нужно врыв делать. Филды проходят. Минки копаются. Минки где-то там сзади копаются, по-моему. Марики, мародеры, все это вперед идет. Мазеркор пока живет. Пилоны пока живут. Тиранвик разваливается. Нужно улетать отсюда нафиг. Рабочих потерял всех практически. 30, не всех, но 31 КСМ-ка была. Еще 72-116, по лимиту вообще печаль полная. Когда ты делаешь такой выход, а к тебе еще приходит, это совсем печально. Но вот у Тиранвика хотя бы что-то такое на внятную игру происходит сейчас. То есть он вроде как что-то делает, что-то у него более-менее там происходит. Так, заходят сталкера, иммортлы адепты, Тиранвик дропается к оппоненту, 83-130 по лимиту, есть один либератор, либератор выбивается моментально, второй либератор здесь раскладывается, Тиранвик, не, пока Тиранвик тут убивает вторую базу, там он столько отстроит, вот либераторов криво как-то Тиранвик держит в итоге, непонятно абсолютно, строить нужно юнитов, заходит на мейн, пытается зайти на мейн зашел. Так, иммортл нужно фокуснуть, иммортл отфокусил, адептов слишком много, марики терпят в итоге, 72-120, заходят адепты на мейн уже, Тиранвик шатает, правда, Тирану тоже мейн, ну, нужно выбивать пилоны, Тиранвик пытается дома что-то тут хоть законтролить, хоть немножечко. Так, ну что, ждем, этот, Архон мод матч.
Так, ждем игры, короче говоря, ребят. Так, пошел инвайт, захожу, блин, сегодня что же, что-то последние дни косяки какие-то, то ли с Ростелекомом, то ли с чем-то с сайтом, так что... Так, а чё репчик-то один? ГГБРО поддержал ваш канал на сумму 200 рублей ровно. Бла и Хеппи только могут серьезно биться с топ-европейцами. Даже я что-то не понимаю, неужели? Неужели Архон мод не отыграть нормально? Спасибо, ГГБРО, еще раз тебе.
Так, Рева сказала один двоих забреет. $10 на Яндекс приходит мне. У Лайфа в тюрьме сейчас ужин. Макароны дают. Ты там что, братан, его сокамерник, что ли? Спасибо тебе за чирик. Чё-то в рублях корейских. Вон, пришлите мне, пацаны. Маленько. Спасибо, короче, всем за поддержку, ребят. Мы очень приятно продолжаем смотреть. Короче, я не знаю, что там с Тирановиком. Рева решил, что один будет играть Архон мод. Ну, посмотрим, что будет. Если катнет, конечно, то будет молодцом. Но, по-моему, это просто, ну... так дел... Как по мне, так делать нельзя. Если это Архон мод, то это должен был быть Архон мод и два игрока. Китайцы просто подумают, ну... Что вообще происходит вообще? Что у них? Нет игрока одного, что ли, еще? Что за... Ну ладно, не буду пригорать. Старгейт заказан. Садомазохист. Ну посмотрим. Да не, на самом деле, как бы. А что такое Архон мод? Тут как бы. Ну хотя, если игроки над. Вот если на опыте игроки в Архоне, то они, конечно же, просто будут разрывать. Почему? Потому что контроля много. Вот. Ну, если они без опыта, одному вполне можно против архончиков сыграть. Вот. Антох, здорово. Ну, ты не закрыли, но у Лайфа подозревают в подставных матчах. Как бы я не знаю, чем там все это закончится. Просто новость уже была. Вот, ребят, после матча Россия-Китай будет у нас ВЦС. Время 19:28. Как раз, наверное, к 8-то часам примерно и уложимся. Ну, в принципе, все быстро отыграли. 4-0-2, 0-8 по картам. Никто даже карту не взял. Так, линги прибегают от репчика. Что это за линги такие? Репчик, грызишь ты пилоны тогда, наверное, не? Оракул вылетает. Какой-то сверхранний оракул. Китайцы обнаглели немножечко. Ну, оракул дэмэдж рубил. Репчик уходит. Все, у него больше не будет сейчас энергии. Нужно вернуться. Репчик возвращается. Адептов как не было, так и нет. Пилончик еще раз грызает. Дэмэджа у оракула нету просто. Не, я не буду к Репчику присоединяться. Если я присоединюсь к Репчику, я не смогу показывать вам о двух человек вижен. Еще лингов 30-ник Рева заказал сейчас в данный момент. Все они бегут вперед, но два оракула летят. Как же Реве повезло, что линги сейчас разминулись с этими оракулами, я вам, ребят, честно скажу. И для Ревы сейчас шанс очень удачно ворваться есть. Он врывается, адептов моментально запрессовал, окружает. Чё так лингов-то мало выделил на адептов? Линги адептов разваливают, оракулы там в это время ушатывают, соответственно, мейн репчику. Не понимаю, почему китайцы в Архоне просто как-то странно отконтраливают сейчас так. Нексус падает очень быстро. Так, врывается Рева, пробки минус, центря минус. Неужели Рева единственный, кто против Архончиков вообще хоть карту возьмет хотя бы для начала?
Так, оракулов 3 штуки, лингов нужно вывести, подождать, да, пока у них кончится энергия. И Нидус на мейне от Рева еще пошел, что самое интересное. Какая-то заготовочка. Может, Рева еще тут немножечко гол престижа, так сказать, забьет и при этом всем возьмет 40 бакинских. Приз. Так, королева выходит, трансюзит сейчас Рева на всякий случай Нидус. Заходит на мейн лингами, но нужно под королев ворваться сейчас. Окружает, все. Так лингов королевы не прикрывают. Что ж ты делаешь-то, Рев такое? Отдал зачем-то лингов всех. Ну, правда, Мазерфор тоже отдался. Высаживай сюда что-нибудь. Скорее еще Ревчик. Ревчик. Пилоны минусни, Ревчик. Что ж ты творишь такое? Пилоны Ревчик не минусует пока. Так, криптумор пошел. Нексуса уже давным-давно нет. Почему линги-то бегут на мою? Че они в Нидус-то не садятся? Че за бред-то Рева делает такой? Неужели точку сбора не поменять? Ну уж на этот-то пинг точно никак не влияет. Так, оракулы влетают, сейчас трансьюзы идут. Пробки выводятся китайцам. Ми двумя получается. Оракулы все падают, грелки падают. 1-0 Ревчик. Ну что же, неплохо. Здесь линги пытаются адепта прогрызть. Адепта так просто не прогрызть. ГГ 1-0. А чё так не играл с Тираном? Ну, с Тираном тяжелее, конечно, 1-1 было. Ну что, Battle.net, если ты здесь, за одну карту можно реально забашлять. Нет, тебя уже нету, к сожалению, по ходу дела, да? Печально. Так, ну что, гоу Европа. Опа-опа. Стоп-старт, ребят, сделаю. Архон Бо-1, кстати говоря, Ревчик победил Архон. Размочил счет 1-4.